Нет, это мой первый раз на этом форуме. Расскажите... Мне очень понравилось и очень хорошо организовано. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях о Казанском федеральном университете. Вы здесь наверняка тоже первый раз. Мне на самом деле, как только я сел в такси из аэропорта, мне показалось все очень подозрительным, потому что хорошие очень дороги, очень чисто. В общем, Казань производит очень хорошее впечатление, какое-то даже необычное с точки зрения российского города. Вот. Да. Вы согласны? Согласна. Да. То есть именно Казанский федеральный университет, вот пока именно о каких-то научных открытиях, не знаю, может быть, вы наслышали, база какая есть уже в Казанском федеральном университете? Я слышал очень хорошие слова от своих коллег по поводу Казанского университета и по поводу Иннополиса. Но детально я не очень хорошо знаком с конкретными исследованиями, которые у вас проводятся, но я знаю, что в Казанском университете что-то изучали по моей книжке, как был какой-то курс, связанный с моей книжкой. Но я не знаю деталей, потому что не я это делал, а мои студенты. А может быть, вы предполагаете, какая сейчас наука больше всего нуждается именно в молодых ученых? Ну, наука всегда нуждается в молодых ученых, и без этого никак нельзя. Поэтому у меня в лаборатории исключительно молодые ученые, за исключением меня и заместителя руководителя. Практически, по-моему, у нас двое всего лишь старше 30 лет. Но меньше, значительно меньше 35-40. А какая область сейчас больше всего нуждается в каких-то новых открытиях, на ваш взгляд? Медицина, физика? Я могу сказать только про свою область. Это будет вычислительная биология или биоинформатика. И в этой области происходит революция сейчас, потому что будущее медицины фактически зависит от того, от этой области. А планируется ли наверняка в будущем какое-то сотрудничество с Казанским федеральным университетом? С удовольствием, если будут какие-то предложения, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо.